Мне вот иногда кажется, что водители, которые ездят у нас в городе, они просто им наплевать, допустим, на пешеходов и вообще на правила дорожного движения. Почему я пришел к таким выводам? Я вот каждый день хожу пешком по 3 километра в одну сторону и в другую. И перехожу множество перекрестков. Так вот, почти никогда, может быть, процентов 10, водил не останавливаются на стоп-линии. Они все выезжают на пешеходку. Я не пойму этого вообще. Что они настолько вот, надо быть дебилом, чтобы просто остановиться перед стоп-линией. И причем это не просто какое-то экстренное торможение, да? Я вот с этой уже загорается ему красный, он подъезжает к стоп-линии, а потом потихоньку начинает высовываться на перекресток. Вот как вы считаете, это нормальное явление? Как искоренить вот эту вот проблему, я не знаю, этот менталитет? А к чему я все это говорю? Я сейчас вам покажу кадры, к чему приводит несоблюдение правил дорожного движения. We'll be right back.